Знаете, я вот тут подумал, какого будущего мы смогли бы достичь, если бы каждый из нас не тратил время на разную маловразумительную чушь? Ну, типа, если бы мы не зависали над лентами соцсетей, не витали в облаках и не думали про всякую романтическую лабуду. В общем, я решил устроить себе довольно жесткий эксперимент. Целую неделю я одергивал себя всякий раз, когда моя четкая, направленная и острая, как бритва Акама, мысль пыталась ускользнуть, развалиться и превратиться в хаос. И знаете, что я сотворил за 7 дней? Ну, окей, за 6. Последний, вот этот, я потратил на то, чтобы немного отдохнуть и рассказать вам мою историю. Так вот, за 6 дней я ни много ни мало построил машину времени. Не физическую, конечно, ментальную. Чтобы вы поняли, что я не сошел с ума, вот вам пример попроще. Относительно меня сегодняшнего, вы находитесь в будущем. И тем не менее, я точно могу сказать, что в этом своем будущем прямо сейчас вы смотрите видеоролик о моем эксперименте. Хотя сейчас он даже не снят, он не смонтирован и тем более не опубликован. А еще я с уверенностью могу сказать, что меня в вашем будущем больше нет. Ладно, не пугайтесь раньше времени, обо всем по порядку. Знаете, как выглядело бы это видео, если бы оно несло максимально возможное количество информации? Вот так. Ну что, теперь вы все поняли о мире? Нет? Ну тогда смотрите внимательнее, покажу вам еще раз. Стало яснее? Белый шум, абсолютный хаос пикселей — это то, что наполняет видео на вашем экране максимальным количеством информации. В том, как загораются точки на вашем экране, нет никакой системы, нет вообще никакого закона. Мигание каждого пикселя — абсолютная случайность, и все они независимы друг от друга. Именно поэтому это видео нельзя сжать без потерь. Каждая точка важна, потому что она несет свои уникальные данные. И это насыщает ролик максимальным количеством информации. Но по правде начисто лишает его смысла. Иногда я думаю, что именно так для меня будет выглядеть растворение в вечности. Чтобы самому сделать такой ролик, мне понадобился бы какой-то генератор случайных чисел. Например, вот этот кубик. И если бы с помощью бросания костей я выбирал, какую информацию будет передавать каждый пиксель, то на создание 5 секунд подобного высокоинформативного продукта я бы потратил 23 года и 245 дней своей жизни. Однако на это видео потрачено куда меньше времени. Видите ли, я пока не настолько хаотичен и, как следствие, не столь информативен. Это значит, что меня можно сжать вот так. Или вот так. Или даже так. И тем не менее, смысл этого видео, меня и даже фон комнаты, вы по-прежнему можете различить. Дело в том, что в этом файле, во мне самом и в окружающем мире, можно отследить некоторые закономерности. И вам не обязательно передавать все данные целиком, достаточно описать общий принцип. Собственно, ученые, пытаясь понять и описать законы мироустройства, как раз занимаются таким вот сжатием информации о мире до идей. По сути, создание таких идей нашим сознанием — это ведь не что иное, как превращение всеобщего хаоса в некоторую структуру. Ничего не напоминает? Кстати, если вы прямо сейчас поняли, что хотите научиться передавать информацию миру при помощи IT-технологий, с помощью дизайна, программирования или вообще создания искусственного интеллекта, то у меня для вас кое-что есть. Наши партнеры, образовательный портал GeekBrains, сделали персональный промокод для всех зрителей канала SciOne на скидку 20%. Программирование, маркетинг, дизайн, менеджмент, любую IT-профессию можно освоить с нуля. Есть даже курсы для детей 7 лет, а для опытных разработчиков на GeekBrains приготовили интенсивы. Срок действия промокода не ограничен. Активация происходит после перехода по ссылке на 7 суток. Ссылки мы оставим в описании. Итак, в первый день я понял, как важно выделить во внутреннем хаосе структуру, а во второй я принялся структурировать все вокруг. Понимаете, если нам удастся описать мир как некую, пусть и очень сложную систему, но работающую по определенным законам, мы сможем, да вообще все что угодно сможем. Например, с точностью предсказать будущее. Кстати, помните, я говорил, целую неделю никаких отвлеченных витаний в облаках. Так вот, уже на второй день я все-таки позволил себе взглянуть на них. Но чисто с научной точки зрения.
Самые обычные облака — это ведь тоже структура, только она настолько сложно устроена, что даже сымитировать ее на компьютере не так-то просто. Мастера фотошопа норовят просто повторить несколько раз один и тот же паттерн. Иногда это видно невооруженным взглядом. Советую присмотреться к фоточкам некоторых инстазвезд. А иногда дизайнеры доверяют это программе, которая делает, по сути, то же самое, только более вариативно. Самые продвинутые программисты для генерации структуры, у которой есть элемент случайности, но есть и регулярность, используют, например, шум Перлина. Но что если написать программу, которая не будет рисовать похожие на настоящие облака, а в буквальном смысле создаст их в виртуальном пространстве? Ведь в такой системе достаточно будет сообщить законы, по которым работает наша атмосфера, и один раз залить всю информацию о ее состоянии в один конкретный момент. И все, миллионы несчастных метеорологов выходят на рынок труда. Интернет-общественность наконец узнает, права ли была Грета Тунберг, и каждый пользователь получает доступ к 100% точному прогнозу погоды. Оказывается, эта идея пришла в голову не только мне, но и американскому метеорологу и математику Эдварду Нортону Лоренсу, когда он тоже смотрел на облака. Довольно быстро в его кабинете загромыхало огромное скопище проводов и вакуумных ламп, которые, правда, приходилось чинить примерно 4 раза в месяц. Разумеется, устройство 1960 года не обладало ни достаточным быстродействием, ни объемом памяти, чтобы построить реальную модель атмосферы и гидросферы Земли. И все же была мини-модель погоды, которая в оцифрованном виде выдавала информацию о движении циклонов, давлении, направлении ветров и скоплении облаков. В этой своей альтернативной цифровой вселенной с блэкджеком и штормами Лоренс мог властвовать как боженька. Он экспериментировал с изменением атмосферных явлений, чтобы выявить связи между ними и найти те самые принципы, по которым живет природа. То, что давало ему и его коллегам надежду заглянуть в будущее, называлось детерминизм и законы Ньютона. Это было чудное время. Казалось, что мы навсегда покончили с хаосом. Через призму детерминизма физических законов весь мир виделся как огромный часовой механизм, который однажды завели на века вечные. И с тех пор он так и работает, подчиняясь математической определенности. Постигни закон, и ты поймешь Вселенную. Потому что, согласно концепции детерминизма, все связано со всем. Физики стали ощущать себя настоящими детективами, которые распутывают цепочку событий. Если постараться еще, совсем чуть-чуть, и доописать законы этого мира, то мы сможем прокрутить время как пленку в кинотеатре. В обе стороны, назад и вперед. Правда, сами будем вынуждены занять роль в зрительном зале, и ни на что не сможем повлиять. Так что мешает нам это сделать сейчас? И что помешало Лоренсу? Неужели только вычислительные возможности? На третий день я понял, что могу заглянуть в будущее. Вот только каждый раз, когда я заглядываю в это будущее оказывается разным. Понимаете, возможность видеть будущее с помощью науки мы поверили, когда пытались предсказать состояние сферического коня в вакууме. И классическая механика с этим справлялась довольно легко. Но как насчет поведения табуна лошадей в условиях гравитации? Взаимное движение трех тел, влияющих друг на друга, проводило сторонников детерминизма в отчаяние. Система становится настолько сложной, что описать ее простым способом невозможно. Именно я отклонил маятник до некоторого положения. Это и есть причина колебания. Здесь по-прежнему нет ничего случайного, а значит, система все еще детерминирована. И все-таки ведет себя совершенно непредсказуемо. Вот я качнул маятник один раз и получил одно будущее. Вот я точно так же отклонил маятник еще раз и получил альтернативную версию будущего. Эдварда Лоренса в его виртуальной вселенной постигла та же беда. Когда он решил перепроверить данные своего математического будущего, он ввел те же значения, что и первый раз, но почему-то получил совершенно другие результаты. Вместо предсказанного светлого будущего на его планете наступил шторм. Как это могло произойти? Лоренс довольно быстро понял причину своего факапа. Он имел неосторожность округлить начальные данные, когда вводил их второй раз. Но почему картина первого и второго
рассчитанного математически будущего оказалась настолько разительно отличной. Стоило отклонить исходные данные хотя бы на одну тысячную, и уже на третьем-четвертом шаге расчета будущего компьютерные предсказания теряли всякий смысл. То ли торнадо будет, то ли адское пекло с ясным небом. Ученый зацепился за последнюю надежду. Законы существования его виртуального мира описывались 12 уравнениями. Не густо, конечно, при таких условиях даже Эрик Картман не смог бы вырастить цивилизацию Симпсонов. Но все-таки, может быть, данных все еще слишком много, подумал Лоренс, и упростил свою модель Земли до кастрюли с водой, которая нагревается снизу от огня и остывает сверху. Чтобы описать это, понадобилось всего 3 неизвестных. Но все еще нет. Малейшее отклонение в долях исходных данных и все предсказания писались вилами по закипающей в кастрюле в воде. В своих прекрасных мечтах о просмотре кинопленки с просчитанным, детерминированным будущим ученые забыли упомянуть одно важное «но». Измерения никогда не бывают совершенными. Раньше казалось, что, имея приблизительные данные о начальном состоянии системы и понимая естественный закон, которому она подчиняется, можно рассчитать ее примерное поведение. Как любил говорить один видный теоретик, главная идея науки состоит в том, чтобы не обращать внимания на лист, падающий в одном из миров другой галактики, когда вы пытаетесь объяснить движение шарика по бильярдному столу на планете Земля. Небольшими воздействиями можно пренебречь. И весь наш бытовой опыт говорит, что вера в приблизительность и конвергенцию вполне себя оправдывают. Но в самом деле, в конце концов, компьютеры, направляющие космические корабли на основе относительно точных исходных данных, дают относительно точный результат. Ну окей, компьютеры, направляющие космические корабли, в которых датчики установлены правильной стороной, на основе относительно точных исходных данных дают относительно точный результат. И он нас устраивает. Но на этот раз не прокатило. Неизбежные упрощающие предположения слишком сильно искажают истину. Модели, которые берут начало примерно из одной точки, разница в данных совсем невелика, все более и более отклоняются друг от друга, и сходство в конце концов пропадает. Причина заключалась в том, что назовут эффектом бабочки. Одно маленькое отклонение, а для глобального прогноза достаточно одного шторма, как предсказание утрачивает актуальность. А учитывая, что в те годы началось использование компьютеров для моделирования сложных систем в самых разных сферах, от экономики до гуманитарных наук, открытие Лоренса чуть не выбило из рук человечества огромный инструмент познания. Ведь на выходе получилось какое-нибудь наводнение в Сахаре или повышение процентных ставок на несколько порядков. И такое искажение невозможно исправить, просто увеличивая мощность компьютера. Если бы в начале своего эксперимента я не дал себе задание противостоять хаосу, то в этом месте я бы сдался. Окей, если взмах крыла бабочки может вызвать торнадо на другом конце планеты, то будущее слишком запутано, чтобы можно было его просчитать. Но пятый день вернул мне надежду в науку. Споткнувшись на эффекте бабочки, Лоренс тоже не смирился с торжеством случая над предопределенностью. От метеорологии ученый переметнулся к математике, и она ответила ему взаимностью. В своей модели погоды он увидел нечто большее, чем просто встроенная в нее хаотичность. Там наблюдалась изящная геометрическая структура, некий порядок, который только с первого взгляда казался хаосом. Если представить предсказание Лоренса в виде трехмерного графика, то получится, что две точки, запущенные с небольшим отклонением друг от друга, никогда не пересекутся и не замкнутся в петлю. Поначалу траектории будут почти неразличимы, а потом они отклоняются совсем ненамного, после чего разница становится уже значительной. Однако вместе с тем они никогда не покинут определенного пространства, как будто их что-то притягивает. Получается бесконечная кривая в конечном пространстве. Эта фигура так и называется – странный аттрактор Лоренса. Иными словами, ученому удалось доказать, что хаос – это не то же самое, что хаотичность. Ведь все траектории так или иначе ограничены и не покидают определенное множество. Теория хаоса, о которой многие думают как о непредсказуемости, оказывается в то же время наукой о предсказуемости даже в наиболее нестабильных системах. И все-таки это все еще не дает нам возможности заглянуть в будущее. На шестой день я спросил себя, а что если я и есть та самая бабочка? Именно мое движение, всего одно решение. Один мой выбор
делает бессмысленным предсказывание, угадывание или прогнозирование будущего Вселенной? Что если какая-то чудо-технология позволила вам видеть, что происходит в это мгновение где угодно, в прошлом или в будущем? Когда процветает сверхцивилизация, когда она погибает, когда обезьяны охотятся, когда взрывают атомную бомбу или ставят Tinder на смартфон. Ведь все это для вас, человека со всевременным оком, происходит одновременно. Вопрос лишь в том, в какой из точек на этих линиях вы подключитесь посмотреть, где сделаете остановку в этой божественной перемотке. Для вас нет ни будущего, ни прошлого. Для вас все настоящее. Такая технология означала бы, что никакого выбора и никакой свободы воли у вас на самом деле нет и никогда не было. Будущее — это настоящее, потому что все, что надо для него, уже реально и уже происходит здесь и сейчас. Оно задавалось первыми мгновениями Большого Взрыва, всеми событиями в этой цепочке до момента, который вас интересует. Определялось каждым движением элементарных частиц. Когда вы начинали смотреть ролик, каждая его секунда была предопределена. Настолько, что даже когда вы пересмотрите его заново, все в нем будет ровно так же, как и в первый раз, один в один, снова и снова. Можете ли вы в нем что-то изменить? Нет. А сможете ли вы изменить свое будущее?